Мэрия столицы купила дом Булышникова возле Кремля. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Компания City Invest Project, принадлежащая департаменту имущества Москвы, купила дом купца Булышникова возле Кремля. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на данные Росреестра. Здание находится по адресу Большая Никитская улица, 17. По информации издания, ранее в этом доме располагался офис Royal Bank of Scotland. Отмечается, что здание построено в 1887 году. Оно составляет более 4000 квадратных метров. В материале напомнили, что в 2018 году планировалось перестроить объект в апарт-комплекс, однако после протестов Сергей Собянин отправил проект на дополнительную экспертизу. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!